Нифига себе, как красиво. Мартин, за голову надо брать, так легче будет тащить. Здравствуйте, дорогие друзья! Перед началом просмотра этого видеоролика я вам советую посмотреть видео наших коллег с канала Зооком. Ссылочку на него я оставлю в описании. Просто потрясающее видео вышло видео с поездкой в Астрахань. Там они умудрились поймать даже слепыша. Это вот такое маленькое, пушистое, милое создание. Ну, в общем, это все в видео есть, обязательно посмотрите. Сегодняшний наш видеоролик будет посвящен дню рождения Мартина. У нас такой насыщенный месяц получился. Я напоминаю, что день рождения у Ханны было 18 мая, у Умки 24 мая, ну и, соответственно, у Мартина 30 мая. Обычно рыси рождаются весной, поэтому насыщенный месяц получился, одни праздники, куча подарков, потому что хочется каждой рыси сделать что-то особенное, чтобы это имело отношение именно к ней. И именно поэтому, я думаю, многие подписчики уже догадались, какой будет подарок Мартину. Сейчас я покажу. Мы не раз вам говорили про отношение Мартина к рыбе. У нас никто из девочек рыбу не ест, кроме Мартина. Кстати, это тоже подарок рысям. Вы много раз просили это сделать, показать, как они отреагируют на свежую мяту. Вот я купила мелиссу. Ну, была мелисса, просто обычно не осталось. Хотя это тоже обычная мята. Вот. Я считаю, что подарок очень достойный для Мартина. Сейчас я достану. Покажу, какая красота у нас тут. Я, если честно, в рыбе не сильно разбираюсь. У меня было два варианта. Купить ему лосося, потому что там красное мясо. Либо вот стерлядь. Вот тут белое мясо. А по цене они одинаковые, лосось и стерлядь. Я выбрала стерлядь только потому, что... Ну, вы сейчас поймете, почему. Посмотрите на его бошку. Это же восхитительно. Смотрите, какая рыба. Ой, какая скользкая, да. Рыбы, в отличие от змей, скользкие. Вот. Смотрите, какой красавец такой плавал. Вот. Ну, не знаю, мне кажется, это даже прикольнее, чем лосось. Да, там все-таки красное мясо, но я не смогла удержаться перед таким красавцем. И мне кажется, Мартин его оценит. Такого мы никогда не давали. Так что пойдемте посмотрим на его реакцию. Вот Мартин у нас мальчик, поэтому к нему даже платьице пришла. Так, сейчас быстренько мы закидываем, пока он не доел куриную голову. Мы его чуть-чуть отвлекли. Приклеилась. Пакет потом. Мартин, держи. Какая рыба! Вот она, рыба моей мечты, да? Мартин, да, Мартин любит рыбку. Такую рыбку тебе по-любому никогда не давали. Ну, мы давали рыбку в смеси, как бы там, с другими животными, которые разводятся в зверсовхозах. Но такую рыбку даже мы им не давали, мы ему не давали. Он у нас селедку всегда ел. Нет, он у нас ел потасу. А? Ну, потасу и разные такие вот виды, а? Конечно. Стерлядь ему никто не давал. Такой, я думаю, что вообще в этом мире существует не так много рысей, которые пробовали стерлядь. Ну да, вряд ли они пересекаются. Ну, в принципе, вряд ли их в неволе это сильно практикует. Ну да, дороговато бы вышло, но на день рождения, думаю, можно порадовать Мартина. Мартин, тебе помочь разделать? Ну да, конечно, подойди, помогай. Не надо. Или он сейчас как пункта обломает. Я пойду рыбу готовить. А что, неплохо было? Ну да, я сама не отказалась от такой рыбки. Нравится. Выходи. Мартин отогнал нас от своей добычи и сказал: оставьте меня наедине с этой рыбой. Я должен ее. О, нифига себе, как красиво. Мартин, за голову надо брать, так легче будет тащить. Мартин просто тоже думает, как я, что рыбка слишком красивая, не хочется голову портить. Смотри, господи, какая милота. Вообще-то я тебе туда как раз и кинула, чтобы тебе не пришлось такую тяжесть туда таскать. Рыба весит больше 2 килограмма. Около 3. Хотя, может, на видео, конечно, так не смотрится, но я вам честно говорю, она весит около 3 килограмма.
Надо, наверное, кокумки разрезать, чтобы до мяска он мог добраться. Там уже удобнее будет. Ну, что такое рыба? Особо непробиваемая шкурка. Заплывай. Да. Да, ну, давай ее, правильно. Он просто обычно раньше с маленькими рыбешками сталкивался, там можно было просто перекусить и все. А здесь, конечно, да, не получится так. Дали какую-то фигню. Девочки, он не против этой фигни. Но я думаю, они тоже понюхают и скажут, блин. Они же вообще рыбу не едят. Да мы не будем у тебя отбирать. Мартин спрятал рыбку к себе в домик. Он сказал, чтобы никто не уволок. Милый Мартин, все в дом, все в семью. Хорошим мужем будет. Ну чего ты такой злой? Рыбку спрятал. Заначку сделал. Для девчонок не будет, чтобы кадрить. Ты же знаешь, что девчонки приходят, все отбирают. Он девчонкам заныкал, будет по чуть-чуть им выдавать. Он пошел за рыбкой. Сейчас вытащит, смотри. Да, рыбка, рыбка, рыбка. Мартин, какой ты у нас кот-рыболов. Опа. Такой забавный мальчик. Я, кстати, никогда не видела, чтобы Мартин особо играл с едой. Тут прям играет с едой. Он всегда как-то ест обычно. Все? Мартин, что у тебя там в домике? Если тебя кто-то отгонит. Как вам такой пример? Зачем тебе рыбка? Напоминаю, что по ссылке в описании мой канал. Переходите, подписывайтесь. Мартина оставим с рыбешкой, это все-таки его подарок. Пишите свои поздравления Мартину, мы их за сегодняшний день залайкаем, прочитаем, Мартину передадим. Спасибо большое за внимание, подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки. Пока-пока! Это было забавно. Обмотнул ее. Вами движет энтузиазм. Да нет, ну просто интересно с Мартином так много времени провести. Мартин, давай, иди отсюда.